Поэт, стихи, бумага, Свердловск, конец апреля, Московская 195. Деревья приготовились взорваться зеленым взрывом, но чего-то ждут, и облака над городом ползут, бросая тень на серые дома. До мая 2 недели и 6-й этаж. Гостиница, бумага, карандаш, стихи, предательство, какие-то враги. Бумага, карандаш, стихи, Свердловск, как будто бы мираж. Стихи, бумага, карандаш, 6-й этаж и шум дождя. По телеку Крым наш, реклама и глаза вождя. Деревья приготовились взорваться, но все чего-то ждут. И на часах почти 15. Поэзия, как будто эмиграция, из ниоткуда в никуда. Стихи над городом ползут, стекая с белого листа. От утра к вечеру, с трибуны на бумагу, я предпочту отвагу слов пустому препирательству с весной, где карандаш, стихи, бумага навек останутся со мной.